Свою деятельность коллектив начал в 1967 году. Это была команда учителей школы и преподавателей. С тех пор хор заметно вырос, сформировался как высокопрофессиональный коллектив. Сюда приходят именно за высокой музыкой. Элегия, в переводе с греческого, грустная песня, философское раздумье и, конечно, воспоминания. Я так волнуюсь, что ничего не соображаю. Что для вас элегия? Элегия – это наша жизнь, наше все, наша семья. Вы давно поете вместе? 30 лет. Коллектив замечательный, музыка, песни. То есть то, как мы дружим между собой. И я 10 лет в коллективе. Не просто рассказать о целой эпохе Элегии и ее достижениях. Хор многократно становился лауреатом областных и всероссийских конкурсов и фестивалей, дал сотни концертов, выступал в концертном зале имени Чайковского, колонном зале Дома Союзов, в Кремлевском дворце съездов. И всякий раз, когда открывается занавес и академический хор предстает перед слушателем, его встречают аплодисментами. Вот у вас, говорит, много очень дипломов, побед, но главные ваши слушатели сидят именно в этом зале. Так давайте поздравим с 50-летием. На юбилей принято дарить подарки. Хор и его руководитель Валентина Лаврентьевна Игнашова принимают благодарственное письмо главы городского округа и Совета депутатов и как оценку многолетнего труда, и как пожелание новых творческих побед. Они обязательно будут, потому что всегда нужна хорошая музыка, которую создает Элегия. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День».